Jewel of the Seas, четвертое круизное судно класса Radiance, находящееся в собственности компании Royal Caribbean Cruises Limited и эксплуатируемый оператором Royal Caribbean International, был построен в 2004 году в Германии в Папенбурге на верфях Maya Werft Gmeich. Серия из четырех судов включает в себя также сестер-близнецов Radiance of the Seas, Brilliance of the Seas и Serenade of the Seas. Крестной матерью судна стала Кэти Меллар. История судна. Подписание 28 апреля 1998 года контракта на строительство судов стало началом сотрудничества между Royal Caribbean Cruises Limited и Maya Werft. Киль судна под заводским номером 658 был заложен 11 ноября 2002 года с установки первого из 66 блоков. Центовую монетку на счастье подложил представитель Royal Caribbean International, Хари Калавара. 13 марта 2004 года Jewel of the Seas покинула строительный док. После своего первого рейса, начавшегося 8 мая 2004 года, судно осуществляло круизы в Карибском бассейне. В 2011 году Jewel of the Seas бороздила Балтику с заходом в устье Невы, Россия. На 2012 год запланированы круизы в Норвегию. Развлечения на борту. Скалодром – искусственное сооружение для скалолазания, итальянский ресторан Портофино, казино Royal SM, ледовая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадка. Основные характеристики. Длина 293 метра 20 сантиметров, ширина 32 метра 20 сантиметров, осадка 8 метров 50 сантиметров, двигатели Kogos Electric 2 на ABB Azipod, оба управляемых, движитель 2, 4 лопастных неподвижных, средняя скорость хода 22,0 узла, экипаж 842, пассажироместимость 2502 человека максимум, регистровый тоннаж 90 090. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк и поддержите канал, написав комментарий к видео, про какое судно вы хотели бы увидеть следующий ролик.